Схватка, которую мы все так давно ждали. Приблизительно одинаковых габаритов спортсмены. Вот, Ильдар чуть покрепче, поплотнее, Дима чуть повыше. Обратите внимание, как далеко держит свой таз Дима. Ильдар тут же пулит гард. Потом будет снова переходить в дип. Ищет Фария свип Ильдар Саидов. И у него отлично это получается. Уже не первый, не десятый, не даже не двадцатый раз, по-моему, Ильдар успешно проводит свип на соревнованиях разного уровня. Сейчас опасная позиция. Если Диме удастся вытащить левую руку Ильдара внутрь, то есть угроза треугольника. Но Ильдар, я думаю, что понимает угрозу, чувствует и держит свой локоть внутри. Точнее, снаружи ног Димы. Возможно, Ильдар будет снова искать овер-андер сверху и пытаться выйти на рычаг колена, но пока Дима держит гард закрытым, стопы скрещены, пока отсюда тяжело будет провести какой-то прием на ногу. Очень большое давление оказывает Ильдар Саидов на соперника. Вот, и пытается сделать так, чтобы Дима распустил свои ноги, и дальше уже, исходя из этого, Ильдар будет предпринимать тактику. У нас немножко патовая позиция, Дима не распускает свой захват. Ильдар не может освободить голову или руку. Когда ставки слишком высоки, друзья, то часто бывает такое, что спортсмены не будут рисковать и будут работать на результаты. Это абсолютно нормально и правильно. Да, пытается затянуть левый локоть Ильдара Димы внутрь. Вот, но Ильдар пока контролирует этот момент. Неискушенному зрителю может показаться, что спортсмены просто лежат и ничего не делают. На самом деле, здесь очень важная борьба происходит. Каждый захват, каждое микродвижение, оно очень важно. Вот сейчас немножко поменялась у нас позиция. А вернулся обратно. И, друзья, не забываем, что Ильдар ведет по баллам 2-0, то есть время пока, в принципе, играет в его пользу. 2-0. 2 балла забрал Ильдар за свип. Вот. Пытается дабл-андером сейчас Ильдар грузить. Очень красивый переход. И сейчас, возможно, мы увидим опасную ситуацию. Потому что ноги Димы остаются в опасной близости. Встает. Правильное действие делает Дима. Вот, но Ильдар тут же возвращает на нужную для себя сторону. Тем временем счет схватки у нас становится 2-2. Я думаю, финал вышел намного более напряженным. Уже так можно сказать. По сравнению с тем, что многие ждали.
Продолжается у нас схватка. Чуть меньше 2 минут остается до конца. Да, счет уже 4-2 становится в пользу Эльдара Саидова. Он вернул свип, который до этого отдал. Вот, идет очень хитрая борьба здесь. Дима пытается закрутиться. Но Эльдар пока грамотно блокирует. Сейчас чуть не вышел Эльдар на рычаг колена, только левое колено Дима осталось между ног у Эльдара. Эльдар был готов, но Дима вовремя убрал ногу. А очень-очень напряженная схватка у нас. 40 секунд. Диме нужно рисковать. Он проигрывает 2 балла. Вот, нужен свип. Двадцать секунд до конца схватки. Вот очень достойно себя показал Дима Тимофеев. И по-настоящему близкий вышел в финал. Но пока все идет в победе Эльдара Саидова по баллам. Хорошая попытка треугольника, но... Но Эльдар бетонной плитой прижался сейчас. Все, и со счетом 4-2 Эльдар Саидов становится победителем абсолютной весовой категории на чемпионате Евразии РГСА 2024. Для многих ожидаемо, но не сказать, что это было совсем легко. Финал точно был очень трудовой, очень напряженный. Очень достойная схватка. Да, видим, как Эльдару поднимают руку. Очень тепло спортсмены относятся друг к другу. Пожали руку. Очередной день в офисе. Через 5 минут.